Сегодня мы будем кидать сынов в мечи, чтобы их убивать. А не мечи в сынов. Отлично. Это меч не убил. Во, есть, я еще получил. Вот лети давай. Получай, сына из гузгов звенины. О да, как он красиво тебя вообще лисущий. Я хочу еще раз. Кидаться детьми. Аллилуйя, кидаться детьми. Эй, эй. Твою мать, опять свет моргает. Да, 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 еще, пожалуйста, принесите мне еще сынов. Еще детей принесите, да. О-о-о-о. Моя тяга к убийствам почти удовлетворена. Ну там типа мой сын был из кусков свинины. Чего у меня его отняли? Сын, вернись, я все прощу. Нет, ничего не прощу, тебе скотина тупая, все из-за тебя, я опять продул. Pogo Fight Rainbow с радугой. Здесь мы будем... Что там? Пукать радугой и какать бабочками. Или наоборот. Типа того. Иди сюда, поглажу мечом. Смотри, какой меч. О, да, круто, правда? Да, почему мы склеились задницами? Я не хочу быть склеенным с тобой задницами. Извращуга. Меч! Бам, отлично, блин, одного уворачивался, другой, блин, прямо в жопу с человеком целым воткнулся. Ладно, надеюсь, что это меньше из двух зол. О, теперь черепашка-ниндзя. Special for Глюк. Это раунд прямо для меня, прямо вот. Вот для меня прямо создавался, Вася. Special for Глюк! Мне уже нравится раунд, я ничего не понял, но мне уже нравится прям вот такой Вася. Я еще и не умер. Отлично! Прекрасно! Видимо, касточка все-таки спасает. Ча! Печалька! Обидели Глюка. Написали в норку. Это кто там? Homeless Ninja! Ниндзя! Хеликоптер Гай, иди в задницу со своими топорами, твою мать! Есть, 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 я не умер, даже топора в жопе нету! Иван Гай! С маслом, нападение с маслом, оно карается особой... жестокостью! Жестокий Иван Гай! Не, по-моему, он тоже не рад, он тоже плачет. О, зачем я убил Глюка, что я наделал? Опять 2 года вот это вот... Скакать! Я недоволен. Да я не хотел сюда! Я хотел вниз! Отлично. Будем надеяться, что так я пройду быстрее с одной ногой. Ну, в принципе, моя масса теперь меньше, и кепочки у меня теперь нету! И второй ноги уже тоже нету. Пофигу. Да, блин, еще и давай тут! Слушай, мне в голову свои ножи кидать. Есть, Иван Гая перепрыгнуть надо! Надо срочно перепрыгнуть Иван Гая. У меня непреодолимое желание перепрыгнуть Иван Гая. Ваня! Ну зачем ты так? Ну без масла же, блин, больно. О, магия! Я могу ничего не делать, я просто зажал, пробил, свищу, он сам так вперед. Прекрасно, просто мне ничего делать не надо. Подождем, спокойно, когда вперед доедет. Он как будто отталкивается своей ногой. Вперед, я хочу вперед! Я изобрел новый вид транспорта, ты опять сломал свою ногу, второй раз уже, придурок! Вот, отлично! С каким ревом она вошла тебе в задницу, эта долбанная катана? Ну вот как проходить такой ранг, когда каждый раз сваливаешься под... Что? Собственно, решил я выйти в магазин за хлебушком сегодня. И... Выхожу на улицу, тут такой дедан на меня топором замахивается. Я говорю, дедушка, что вы делаете? Зачем вы тут топором размахиваетесь?
А он вот типа с криком «Ю-ху!» убил себя об пол. И все, и доволен остался. Странные люди какие-то нынче пошли. Вещи какие-то странные вытворяют. Смотрите, смотрите, там чувак Сайм. Я не хочу опять кого-нибудь на задницу себе насадить. У меня уже есть острый предмет задницы. Я не хочу еще на него кого-нибудь насаживать. На него кого-нибудь. Ну давай. Давай, Вася. Есть. Теперь главное грамотно, Вася, правильно прыгнуть. Вы видали, как я это сделал? Я просто мастер. Нет, я насадил все-таки идиота на свою задницу. Отстань! Мне даже на пол прикасаться нельзя, потому что там шипы везде. Да оторви себе уже что-нибудь. Отлично! Отлично! О, смотрите, друзья, я нашел самый простой пугофайт, с которым даже самый дурак справится. Ну просто, ну вот, как бы, как тут можно проиграть? Ну посмотрите, тут единственные противники — это просто топоры. И все. И ничего тут страшного нет! Я даже здесь умудрился сдохнуть. Топоры, они такие безжалостные, они постоянно целятся мне в булки. Да ё-моё, вы сами видите, да? И в ней безжалостную природу. Это кошмар. Это просто не... Это просто ужасно! Я, блин, просто трупом прибыл на финиш. Ладно. Унитаз. Аскелион тут что-то делает опять. Где-то... Отлично. Леон разгреб все, поэтому я могу двигаться спокойно, со спокойной совестью дальше, когда он вытащит у меня из задницы свою сраную вилку. Отстань! Вот так вот всегда правильно поступать. Глюк с топором обязательно, да, ставит. Ну, все, собственно, в лучших традициях. Все в канонических традициях, так сказать. Это кто такой? Настоящий глюк! Чё? Зачем мне было бы кастрацию при помощи пушки делать с мечами? Это жестоко. Это жестокое обращение с глюком. Я буду жаловаться в общество защиты глюков. Жирный фрост. Не, он совсем не прост, он и жирный фрост. Так, тихо. Трезубцы, масло. Без масла трезубцы плохо входят. Убрать трезубцы. Есть. Так. Сбагуй с две. Ивангай нам больше не сдражен. У него нет масла. Без масла он не имеет столько силы, сколько с маслом. Блин, дурацкое масло. Оно мне все равно мешает. Фрост, помоги мне. Бесполезный Фрост. Фрост ничего не смог сделать. Санта! Нет! Санта, иди отсюда! Иди отсюда! Вот так вот. Это самая лучшая защита от арбалета Санты. Это просто поворачиваешься к нему задницей. Задница защищает от арбалета Санты. Правда, после этого задница будет дырявая, но, по крайней мере, в голову он не попадет, и вы пройдете уровень. Вот так вот учить, ребятишки. Да, проходить раунд из глюком, твою мать! Дедушка-красавица, склонна к измене и перемене. Дедушки, они такие. Дедушка, блин. Козел ты, дедушка. Вот я тебе сейчас отомщу. Вот. Понял, месть какая от глюка, да? Куплиндо, слушай, ну... Да, я, в общем-то, не, знаешь, такой не агрессивный человек, но меня просто вынудил создатель раунда запихнуть тебе эту штуку, вот, в общем, вот куда она запихнулась, вот туда и запихнуть. Это не я, это все создатель раунда, он поставил тут, понимаешь, Леона Купленова, и Фрост, и всех подряд, и что-то здесь делает еще Джастин Бибер, видимо, он тоже теперь ютубер. Да, блин. Леон, отстань от меня, извращуга.
как пристанут, блин, ютубера каянные, вот так... О, да! Как-то нехорошо скупленного получилось. Зря ты так скупленного, но... Зря. Ну, по крайней мере, я расчистил проход, а Куплинов теперь у меня в этой жопе растет. Отлично! Отлично, просто шикарно! Куплинов! Зачем ты так со мной? Слушай, ну я же хотел мирно пройти этот раунд, да? Это все потому, что ты тоже снимаешь хапилус и не хочешь, чтобы я тоже снимал хапилус, оставляя тебе конкуренцию, да? Ты все-таки убил меня! Есть, я почти прошел. Я не хотел, чтобы мне из задницы росла голова Леона. Посмотрите, у него раз задница еще какая-то острая штука. Нормально. Так, ладно. Леон и Куплинов вместе. Вы, говнюки, оторвали мне руки! Извращуги, да они еще двигаются в конвульсиях. Это весь хэппи вуз, который у меня пока что для вас есть, друзья. Если вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал, я буду вам очень рад. Ну и всем бобра. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу, будешь ты круче любого утконоса. Пара-пара-пара-пара-пара-пара-пам. Пам-пара-бу-пам.